Друзья, мы на выставке Progetto Fuoco в Вероне на стенде компании Astof. Да, в этом году Россия представлена на итальянской выставке, и для нас это большая радость. Мы беседуем с Дмитрием Христенковым, директором компании Astof, здесь на стенде Astof. Дима, привет! Привет! Поделись своими впечатлениями. Прошло уже 2 дня выставки, идет 3-й. Как ощущения? Не жалеете, что приняли участие в ней? Ну, нисколько не жалеем. Это такой волнительный момент. Мы его долго ждали и очень рады встрече с нашими партнерами. Приходит очень много новых людей с нами познакомиться. Ребята там с Украины. Очень много ваших дилеров сюда. И дилеров наших, и... С разных стран именно обращение поступило. Тут были те, кто узнал о вас первый раз и оценил как-то продукцию? Ну, из России, наверное, нет. Потому что уже знают. Да. А страны СНГ, там Украина, Белоруссия, Прибалтика, в принципе, очень даже готовы работать уже, могу сказать, по этим дням первым. Расскажи вкратце, какие вы выбрали топки для демонстрации в Италии? Все-таки итальянцев сложно чем-то удивить. Ну, мы постарались выбрать высокие топки, потому что, мне кажется, в Европе нет таких топок. Мы привезли именно то, чем-то удивить хотелось, да, и большие топки. Крупноформатные. Ну и плюс мы привезли новые модели в изразцах. Похожее что-то есть, но вот, допустим, как облицовка у нас стоит в стиле гжель, наверное, аналогов нет, да, у них, не выпускается ничего такого. Ну и плюс новая моделька у нас, вот 4-сторонние топки, сейчас стоит с биокамином, красиво горит, привлекает внимание. У нас в этом стиле есть уже облицовки, у нас в салоне висит, но у нее поднимаются все 4 дверки, а это все-таки конструкция, которая самостоятельная, как печь, она стоит, в отличие от тех моделей, которые подвешиваются. Как в целом у тебя впечатление о выставке? Сделали ты какие-то выводы для себя о тенденциях на рынке Европы по этой выставке? Мы с удовольствием походили, сейчас посмотрели на наших коллег по производству, да, скажем так. Очень много, конечно, сейчас пилетных печей, но в России, я думаю, это пока не пользуется, да, популярностью. У нас все-таки любят огонь для красоты, а не для отопления. Много печей, каминов, которые... это готовые решения самостоятельные, которые только надо привезти, поставить, подключить к дымоходу, и не требуется никакой отделки. И в этом направлении, наверное, мы будем дальше двигаться. Нам есть чему поучиться. Мы молодая компания, и мы с удовольствием равняемся на какие-то крупные бренды. Нам интересно. Из того, что представлено у вас на стенде, что вызвало наибольший интерес у иностранцев? В принципе, наверное, всем качество, да, наше нравится. Именно по топкам механизм подъема обновленный. У нас еще более легкий ход сейчас стал, поэтому этим удивляются. Да? Итак, друзья, мы на стенде компании Astof, которая приняла участие в этом году в международной выставке каминов Progetto Fuoco. Мы рады, что смогли рассказать вам об этом первыми. Следите за нашими новостями. Пока-пока!